Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Костя, ты хорошо подумал? Ты зачем ко мне на трансляцию зашел? Да не, ничего, ты же у нас супер знаменитость, чтобы ко мне зашел такой великий перископер. Вау, я прям смущаюсь. Ну, всем привет, кто? Я домой. Да, вот, все. Вот, билет на руках, паспорт на лапе. Три паспорта на лапе. Да. Адидас. Взял. Ну, в общем-то. СБПО. Чё? Суп-Ол-Стар. Какой щупост? Чё ты написал? Нет, это Ол-Стар, это просто. Какой суперстар. Костя. Да. Я же сказал, Adidas. All Star. О, Серега. Вот и все. Вот он. Мой конечный итог. 2,5 года жизни. Щупа. И, короче, я не знаю. All суперстар тогда. Не щупа, там All был. Я хорошо помню. Спасибо, ребят. Ой. Девять. Каким? В прострации, когда нету интернета? Да не, 6 часов лететь, что там, фигня. Я просто начну... Блин, я же фильм не скачал, я и мангу не скачал, фото. Ну ладно, я там что-нибудь поиграю на самолете. У меня, в принципе, игра есть. И не умру. Нормально, я не умру. Чё ты сделал? Ты издеваешься сейчас по... Ну, слава богу, сейчас утро, никто не зайдет, я думаю. Никто же не зайдет. Не, мощь не зайдет. Что-то мне не нравится, как оно расти начинает. Всем привет, кто от Кости. О, господи, боже мой. Всем привет, ребят, кто от Кости, кто не от Кости. Я не знаю, кто... Вау. У меня так один раз было, когда этот... Боже, не. Что, о боже? Я успел что-то сделать вам? Да ничего, я скоро вернусь. Где-то через недели три, поэтому этот... О, Вика, привет. Как дела у тебя? Поэтому быстро-быстро так. Меня сразу не залюбили. Я нормально, вот, собственно, где я нахожусь. В аэропорту. Я на 3 недели, я там быстро паспорт поменяю, документы все сделаю, и все. И обратно. Чёлка? Вон она. Вот. Там, ну, короче, я заныкал сзади. Да, лоб у меня большой, это как, ни для кого не секрет. Да, в Ташкент лечу. Домой. Вот паспорт. Вот. Все, мое добро, так сказать. Осталось считанные минуты. Там. 12 минут осталось. Чего, подожди-ка. Чего ты там опять удумал?
Я не пью. Не, ну я пью, но не сейчас. Я сейчас в аэропорту и как бы... Я же говорю, там скучно всем, люди же. Люди меня не любят. Видишь, там одна девочка пришла, где челка, и ушла. Ну как бы это... И она еще здесь. Настроение, ну как сказать, настроение хорошее. Как бы не особо это... Погода, как всегда, холодная. У нас эта неделя выдалась очень холодная, поэтому кто-то заболел, кто-то там умирал всю неделю, а я сидел в нетке. Даже на улицу как-то не выходил и не хотелось. Ну, как-то надо было все равно развлекаться, поэтому... Я взял две стороны, поэтому мне где-то 840. А так он где-то 500 стоит в одну сторону. 500-550 где-то так. Надо узнать, это я точно не могу сказать что-то. Да, 840 две стороны я взял. Правда, потом было обидно, когда через два дня выяснилось то, что была скидка. И там было за 720, что ли. Ну, две стороны, вот такая вот кореяна у нас. Да ладно, мне нормально, в принципе, я не жалуюсь. Поэтому это... Спасибо. Меня там вроде уже должны встретить. Те люди... Нет, я экономил, я... Че, я буржуй, типа, по-твоему, что ли? Я понимаю, я кроссовки себе купил, но... Не. Бизнес-класс, как этот... Не хочу. Я один лечу. Соло. Хондя еду, хондя. Ну, еще пару, 200-300. Это мой новый паспорт. Это мой старый паспорт. Это вообще очень старый паспорт. Бесполезный, можно сказать. В Ташкенте я буду в 19-20. Ну, в 7 часов. Где-то в 7.40, где-то вот так вот, наверное, с аэропорта. Йоу. О, цветок. Кимихи. И, ну да, там было холодно, мы потому что расходились вчера где-то в 11, и нас там чуть не сдуло. О, вот это я не знаю, нет, наверное, когда я там буду сидеть только. Про погоду на улице вчера было. В Ташкенте навряд ли я буду заходить в Перископ, ибо... А, про аэропорт? Нет, навряд ли я вас только выйду. Там меня пацаны зарежут, если я вас только выйду. Да, тем более, с моей прической, мне кажется, меня там быстро попустят, подумают, что я какой-то там иностранец. Поэтому это... А насчет Перископа, Вик, я честно, я не знаю, скорее всего нет, потому что там трафик так жрет, там не успел включить, там пол трафика просто, 50 мегабайт там просто там, фу, как ветром сдуло. Поэтому нет. Да, еще вот так, еще вот такой буду вот бегать, так, а, неси. Нет, чтобы люди там вообще с ума сошли. Что-то люди меняются, ну ладно. Асармарус. Что это значит? Русских? Нет. Я в большинстве случаев только китайцев, наверное, слышал.
Мне 22 уже стукнуло. Вот буквально на прошлой неделе, в воскресенье. Нет, стукнуло 22. Чего, Аташ? Ташкентских? На ташкентских я здесь видел пару штук. И все. Да черт его знает, на нашей кассе там одни какие-то тойотники были, америкосы и там, я не знаю. Да нет, не скажи. Ты просто в Ансане не была, в Инчоне не было и в Сеуле не было. Там просто куда ни плюнь, там русский, там хотя бы один на русском будет разговаривать. Мерхаба. О, это что-то знакомое, где-то я слышал это слово. Ну ладно, ребят, я турский, а точно. Туркский. Костя, туркский. Не будь как Дима, пожалуйста. Did you speak Turkish? No, I didn't speak. I know only English, some Korean and Russian. Sorry about that. Ладно, давай, Костя, скоро приеду и буду все. Ну, я Олежку там это. Какого Славу Ким? Славянто? Катя Трупникова. Или Чико погоняла? Нет, навряд ли. Не знаю такого. У меня есть подруга, где у нее собаку зовут Микки, поэтому нет. Надо, кстати, мне с Олежкой встретиться будет там. Так что ждите палевных фото или видео, я не знаю. Он мне сказал, я типа не пью, а завязал. Я посмотрю, как он завязал. Одно слово, он снова развязался. Зуб даю. Ну ладно, ребят, всем пока. Спасибо, что смотрели. А я пошел садиться.